Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 6 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно мощный день по своей энергетике. Поэтому обязательно скажите эти слова на свою банковскую карту. Как правильно держать банковскую карту, какие слова нужно говорить и почему именно сегодня, друзья, далее все более подробно в этом видео. Обязательно досмотрите до конца. Сегодня очень важная и ценная информация. Давайте разбираться, что же этот день несет в себе. Обращаем ваше внимание, что именно сегодня, 6 марта, это та дата, которая считается достаточно мощным временем по своей энергетике для привлечения финансового успеха. И сегодня любое слово, сказанное вами, имеет достаточно мощную энергию, может влиять на вас, на ваше окружение, на все то, что вы делаете, творите, говорите и так далее, включая ваше финансовое благополучие. Поэтому сегодня любые слова, которые вы произносите, которые вы говорите, они должны быть сказаны только с любовью, с верой, с уверенностью. Обязательно создавайте вокруг себя позитивный энергетический поток и привлекайте к себе желаемые изменения. И именно эта практика сегодня вам поможет. Поэтому обязательно далее мы с вами всем все расскажем. Что же сегодня, друзья, у нас с вами за день и на что стоит обратить внимание? Да, у нас сегодня с вами убывающая луна в знаке зодиака Козерог, но это не повод нам расслабляться, это не повод огорчаться. Почему? Потому что у нас с вами сегодня середина недели, у нас сегодня энергия идет с космоса, и эта энергия связана с нашими словами, это энергия связана с нашими делами. Поэтому очень важно, чтобы вы сфокусировались на всем том, что вам нужно сделать, а также все то, что нужно вам завершить. Кроме того, продумайте то, что вы хотите заиметь в ближайшие полгода, год. Это важно. Именно сегодня, в этот день, очень важно прописывать те цели и задачи, которые вы хотите в самое ближайшее время начать осуществлять и двигаться. Также постарайтесь сегодня в этот день избавляться от старых обязательств. Это могут быть какие-то долги, это могут быть какие-то кредиты. Также, если вы знаете, что вы когда-то кому-то сказали какие-то нехорошие слова, постарайтесь сегодня их отменить. Как это сделать? Вы просто вспомните ту ситуацию, когда вы человеку что-то сказали обидное, недоброе, и просто закройте глаза и скажите: отменяю. Таким образом, вы уже правильно показываете Вселенной, что вы осознали, что вы поняли те ошибки, те ситуации, в которых вы были. И постарайтесь, пожалуйста, больше это не повторять. Знаете как? Запишите себе и запомните. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодняшний знак зодиака у нас с вами Козерог, а он характеризуется стремлением к стабильности, в то же время это знак амбиций и ответственности. Поэтому сегодня многие люди будут ощущать такое вот усиленное желание достигать своих целей и стремиться к профессиональному успеху. Это, друзья, очень правильно. Поэтому сегодня постарайтесь фокусироваться на карьерных амбициях и постарайтесь принять ответственность за свои действия. Сегодня Вселенная может вам давать определенные подсказки. Все, что связано будет с деньгами, с работой, с дополнительным заработком, доходом и так далее, и так далее. И ваша задача — не бояться этого. Вы пишете нам в комментариях о том, что «Ой, я уже начинаю бояться, вот я пишу в комментариях, и вот у меня деньги поступили. Ой, вы знаете, мне вернули долг. Ой, а мне предложили работу, а я боюсь идти на нее, потому что я, скорее всего, не осилю, у меня нет навыков и опыта», и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что когда мы с вами начинаем в наших видео проговаривать, прорабатывать, это все неспроста. Вы должны осознанно подойти к тому, что вы хотите менять свою жизнь, и только вы можете сделать тот или иной шаг. Поэтому каждое видео — это работа с каждым человеком. Мы через Вселенную, через нас транслирует определенную информацию, которая нужна именно вам в данный момент. Кроме того, очень часто мы говорим между
между строчек. И те люди, которым это нужно, они это слышат и начинают реализовывать, начинают делать, начинают осуществлять, созидать, творить. И понимают, что иногда, вот даже недавно нам наша подписчица написала о том, что она прослушала утреннее видео, через полчаса позвонили ей мошенники, а она знала, что это ее разводят на деньги. И только благодаря нашему видео. Хотя, она говорит, если бы я не прослушала ваше видео, у меня даже мысли не было, насколько мошенники стали уникальными и профессиональными в плане мошенничества. Поэтому смотрите наше видео. Хотя бы один раз в день смотрите одно видео. Для чего? Для того, чтобы записывать определенную информацию. И в тот момент, когда происходит какая-то ситуация, вы всегда можете вспомнить и это сделать, сказать, осуществить, обратить на это внимание. Девочки и мальчики, не игнорируйте эти, пожалуйста, подсказочки. Также обращаем ваше внимание, сегодня могут быть и определенные какие-то опасности. Как это может проявляться? Дело в том, что люди сегодня, ввиду того, что знак зодиака Козерог – это амбиции, это эмоции, это впечатление, это усердие, и, соответственно, вся эта энергия может приводить к тому, что человек может переутомляться и происходить истощение. Поэтому сегодня очень важно 6 марта, чтобы вы находили баланс между личной жизнью, работой, для того, чтобы избежать выгорания и стресса. Кроме того, все мы уже с вами по чуть-чуть, потихонечку готовимся к 8 марта. Это все прекрасно, это все замечательно, поэтому старайтесь распределить время свое так, чтобы все успеть и подготовиться к празднику, если надо купить подарочки и так далее, и так далее. Кроме того, еще одной опасностью этого дня является чрезмерная консервативность и страх перед переменами. Не бойтесь перемен, никогда их не бойтесь, потому что те перемены, которые приходит в вашу жизнь, это наступило время, знаете, как вы уже осознанно или неосознанно, возможно, вы еще не осознали, пришло время поменять. Кроме того, перестаньте быть консерваторами. Время сейчас очень сильно меняется, вы сами об этом пишете, что утром вы знали об одной ситуации, после обеда это вторая ситуация развивалась, а в конце дня это третья ситуация. И бывает так, что человек за один день может проживать несколько где-то сложных ситуаций, а где-то наоборот необычайно интересных. Поэтому ваша задача не быть консерватором, вот просто принимайте, но, конечно же, не забывайте иметь критическое мышление и анализировать все то, что поступает в вашу жизнь. Как вы видите, сейчас очень много поступает информации мусора, и многие люди, не вникая, верят в это, а потом, когда наступает момент, говорят о том, что ну я же это читала, ну я же там вот это, девочки и мальчики, пожалуйста, включайте критическое мышление, начинайте анализировать, задавать себе вопросы. И вы сразу поймете, что это мусор, что эта информация вам не нужна. Это очень важно понимать, потому что для того, чтобы расти, для того, чтобы развиваться, нужно обязательно не бояться выходить за пределы зоны своего комфорта и принимать вызовы, перемены. И помните, что Вселенная не просто так дает нам определенные вызовы, не просто так дает определенные, дает вам, нам жизненные ситуации с нашими врагами, с нашими недоброжелателями, близкими, родственниками. Только вы все можете изменить. Помните об этом. Кроме того, у нас с вами убывающая Луна в знаке зодиака Козерог, а это очень важно во всем сегодня иметь баланс, включая и заботу о своем здоровье. Поэтому постарайтесь сегодня правильно питаться, не переедать. Если есть возможность сходить к косметологу, сходите, это очень важно. Кроме того, знак зодиака Козерог, это связан с выносливостью, с устойчивостью, поэтому сегодня хорошо делать упражнения, делать какие-то тренировки, которые помогут вам стать более выносливыми. Это не значит, что нужно прямо сейчас записаться вам в тренажерный зал. Нет, просто уделите время своему телу, сделайте сегодня 20-минутную пробежечку или хотя бы 40 минут пройдитесь. Вот эти 10 тысяч шагов пройдите сегодня, не обязательно нужно в быстром темпе, все по чуть-чуть. Кроме того, если у вас сегодня есть какие-то заболевания, то займитесь их профилактикой. Например, если у вас есть какие-то хронические заболевания, для того, чтобы укрепить ваше здоровье и предотвратить возможные заболевания. Кроме того,
того обращаем ваше внимание, сегодня у людей люди склонны к чрезмерному самоконтролю и перфекционизму в отношении своего здоровья. А это может привести к излишнему стрессу и тревоге. Поэтому будьте сегодня немножечко внимательны и осторожны. Что касательно денег, сегодня нужно мудро поступать с деньгами. Если вы планируете сегодня тратить деньги, вы должны к этому вопросу подойти осознанно. Бывает так, что, например, две вещи, одна более качественная, одна более дешевая. И люди, как правило, выбирают самую дешевую, потому что думают, ну я же сэкономлю, еще могу купить. Перестаньте это делать, никогда нельзя на себе экономить. Вам понравилось что-то, даже это в продуктах питания касается, или в вещах, в предметах, в бытовой технике, подсоберите, поднатужьтесь и купите то, что вы желаете и хотите. Также отказывайтесь сегодня от долгов, от кредитов, которые есть в вашей жизни. Что же касательно карты Таро на этот день 6 марта, то, друзья, у нас выпадает карта 9 кубков. А это что у нас? Эта карта отвечает за эмоциональность, за исцеление и за благополучие. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы уделяли своим вниманием, своим эмоциям, потому что если вы перенапряжены, если вы где-то злитесь, если вы чем-то недовольны, это все влияет на вас. Это очень важно. Кроме того, ищите себя, ищите вот ту мудрость, то терпение, справедливость, но, конечно же, без перфекционизма, потому что это очень влияет на вас. Кроме того, постарайтесь услышать свои какие-то внутренние сегодня потребности, выявить свои желания, мечты и начать процесс осуществления. Это не значит, что прямо всю секунду. Нет, по чуть-чуть, не спеша. Посмотрите, возможно, в интернете, изучите вопрос этот детально, и в течение, допустим, день, два, неделю вы это сможете приобрести. Кроме того, карта 9 кубков говорит нам о том, чтобы мы старались сегодня убирать любой негатив из своей жизни. Это касается каких-то прошлых эмоциональных ран, обид. Дело в том, что если вы их не отпустите, то, к сожалению, вы постоянно будете к этому возвращаться, и в один момент это приведет в такой ситуации, что, как говорится, мало не покажется. Будьте внимательны, будьте сегодня мудрее. Вселенная с вами. Давайте теперь поговорим о том, что же нам, какой дается совет от Архангела Михаила на этот день 6 марта. И вы знаете, очень важный совет, который нам нужно услышать и понять, это то, что главным советом Архангела Михаила на этот день является то направление, те цели, благодаря которым человек может идти вперед с решимостью и уверенностью. Поэтому вам нужно выбрать для себя, знаете, вот дорогу и по ней идти. Не обязательно бежать, лететь, спешить, нет, просто примите. У каждого, что самое важное, это сегодня будет свое направление. У кого-то это будет касаться личной жизни, отношений, детей, у кого-то это будет касаться работы, карьеры, новой работы, перехода на другую работу, у кого-то это будет касаться, возможно, решения вопросов касательно долгов, кредитов и так далее. И здесь вот Архангел Михаил нам говорит о том, что очень важно, чтобы мы не останавливались, искали вот ту дорогу, которая нам поможет дальше двигаться и дальше развиваться. И это очень важно. И главное, чтобы вы смело и решительно шли этой дорогой, потому что как только вы сделаете первый шаг, высшие силы обязательно вам помогут, откроют глаза, и вы увидите все то, что действительно вам нужно и вам действительно важно в вашей жизни. Не бойтесь идти дальше, не бойтесь двигаться, потому что вы все можете и осуществить, вы можете все сделать. Помните о том, что все зависит только от вас самих. И, друзья, сегодня у нас с вами мощный день, обязательно скажите эти слова на банковскую карту. Но обращаем ваше внимание, как правильно проводить эту практику. В первую очередь вы должны быть в хорошем расположении духа. Вас ничего не должно огорчать, расстраивать, это очень важно. Помните о том, что денежная энергия – это очень чувствительная энергия. Итак, берете банковскую карту в две руки, то есть не одной рукой держим, а двумя руками держите. Обязательно, чтобы эта банковская карта была дебетовая, то есть на ней не было никаких кредитов, никаких долговых обязательств. И очень важно, чтобы она была не нулевая, то есть на ней хоть какая-то сумма должна быть.
Итак, берем в руки и, друзья, говорим следующие слова. Приумножаю и удваиваю в своей жизни. Истинно да будет так. Вы прямо сейчас в комментариях, друзья, можете прописать это также. Еще раз. Приумножаю и удваиваю в своей жизни. Истинно да будет так. И представляете, как вы приумножаете деньги и удваиваете. Помните о том, что наша мысль, она материальная. Сегодня слово имеет очень важное значение. Попробуйте эту практику. Обязательно проведите. Многие спрашивают, а что мне делать, если у меня нет банковской карты? Очень плохо, потому что именно эта карта настроена на банковскую карту. В таком случае возьмите конверт, только, пожалуйста, возьмите конверт зеленого или красного цвета, или сделайте своими руками, и так же само переведите эту практику. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 марта. Мы всем желаем благополучия, всем желаем достатка и всего самого-самого наилучшего. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Друзья, нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.